В Санкт-Петербургском молодежном театре на Фонтанке скорбят по утрате актрисы Натальи Дмитриевой, которая скончалась в возрасте 79 лет. Профильный театр опубликовал сообщение о ее смерти в социальной сети ВКонтакте. Причина ухода актрисы не указана, но известно, что она длительное время страдала от серьезного заболевания. Члены коллектива глубоко опечалены и выражают свои соболезнования родным и близким Натальи. Ее талант и теплое сердце навсегда останутся в сердцах зрителей и коллег. Покойся с миром, любимая актриса. Наталья Дмитриева – талантливая актриса с богатым профессиональным опытом. Родившись в 1945 году, она получила высшее образование в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Ее талант привел ее на сцены таких культовых театров, как Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, театр Ленсовета и молодежный театр. Актриса завоевала популярность благодаря своим ярким ролям в театральных постановках. Она великолепно исполнила партии в спектаклях, таких как «100 братьев Бестужевых», «Диалоги», «Отпуск по ранению» и «Дольше века длится день и других». Наталья Дмитриева также снялась в нескольких знаменитых фильмах. Она блестяще исполнила роль Варвары в культовом фильме «Бумбараш». Ее талант и обаяние зрители смогли оценить также в фильмах «Уходя», «Уходи», «Прогулка», «Достойная мужчины улицы разбитых фонарей». Наталья Дмитриева – истинный творец и мастер своего дела. Ее чувство меры и глубокая эмоциональность делают ее выдающейся актрисой. Ее талант и профессионализм навсегда останутся в сердцах и памяти поклонников и ценителей русского искусства. Наталья Дмитриева в фильме «Сыграй моего мужа» играет ключевую роль. Она воплощает образ интеллектуальной женщины с уникальными талантами. Наталья обладает необыкновенной эрудицией, увлекается разнообразными интересами и расширяет свой кругозор. Ее душа открыта для новых знаний и ощущений. Она воспринимает мир во всем его многообразии и способна передать эту глубину своим выразительным актерским мастерством. Наталья Дмитриева – это яркий и многогранный персонаж, который вдохновляет и заставляет задуматься о прекрасном и уникальном. Делитесь этим видео с друзьями, а также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.